Начну с не очень хорошей стороны, с не самой лучшей лично для меня в проекте. Это общение с девочками. Как бы кто ни говорил обо мне, что мне достаточно сложно было открываться, или я закрыта, или еще что-нибудь. Я считаю, что не каждый открытый человек способен сказать о своих чувствах практически незнакомому человеку, что он его любит. И что бы ни происходило в шоу, это то, что я говорила Карине, я всегда буду рядом. Мне очень жаль, что она смогла пренебречь нашими отношениями. Это ее выбор, я его принимаю, я его уважаю. И несмотря на все, что было, я сегодня сказала о том, что мое сердце по-прежнему для нее открыто. Как она этим распорядится, это уже ее личное дело, и распорядиться вообще. И, возможно, в шоу были люди, которые мне мешали раскрыться полноценно, которые ставили меня в рамки и которые что-то пытались из меня сотворить, чем я не являюсь на самом деле. Кем, вернее, я не являюсь на самом деле. И сегодня, когда я искренне говорила Наташе свои пожелания, которые она вообще не хотела слышать, ее просто Саша попросил повернуться в мою сторону. Я ее не принимала и не воспринимала с первого дня нашего знакомства, потому что я ее считаю двуличной. И лицемерие, подлость и глупость человеческая — это те моменты, при которых я не готова открываться и протягивать руку помощи и помогать людям. И последние слова, которые я услышала от нее касаемо моих родителей, о том, что я спекулирую тем, что у меня нет родителей и что-то там еще, это вообще ее личные проблемы. Моральные принципы, которые не существуют у девушки в 20 лет. И я считаю, что ее достаточно плохо воспитали родители. Я не гналась за общением с ней ни разу в шоу, и могу сказать, что где-то были моменты, когда я пыталась найти общий язык, и я понимала, что ситуация может измениться. Но когда я понимала, что она плывет по течению, и куда дует ветер, туда и она, и она способна поддаваться какому-то влиянию, какому-чему-то мнению. Вот, таким людям не место со мной. Ну и помимо всего, всех глупостей и всех неприятных слов, которые я слышала в свой адрес. Мне правда было сегодня неприятно, что она мои слова даже не попыталась рассмотреть каким-то другим углом. Но это ее личные проблемы, я не хочу в это вдаваться. Я и так достаточно много сейчас рассказала об этом. И я тоже жду, как и она, окончания проекта, и меньше всего хочу видеть ее и слышать.